Привет, друзья! Рад видеть вас на канале GG. Мы продолжаем проходить первого Человека-паука на PlayStation 1. Вуу! Позвольте, я вам покажу, как мы делали в мое время, когда... Вот есть кнопка «Продолжить», но продолжить нельзя. Ты просто слышишь, как ломается ящик. Мы заходили в карту памяти, делали загрузку, выбирали. Загрузка завершена. Вот теперь можно продолжить. Поехали. Ограбление банка, освобождение заложников. Зовите как хотите, вообще плевать. Как он скользит. Надеюсь, они не возражают, если Кстати, я попробовал поискать. О, нет! Эй! О, я вспомнил как. А, точно, тут же еще можно всякие приколюхи делать. Так. Ага. Так, нет. Ага. Ага. О, ебать, это жрет. Я кого-то зацепил. Так, погнали по стелсу. Слушай, она бьет даже через эти. О, ты чё, я мразь. По стелсу, я сказал. Так вот, о чем это я? Да, эта волна, оказывается, бьет через стены. Я этого не знал. У них есть заложники. Я должен сделать так, чтобы они не пострадали. Например, кажется, избить до смерти. Так. Пом-пом-пом. Я, кстати, напоминаю, что играю на сложном уровне. Похоже, из этой комнаты можно управлять дверьми, но дверь заперта изнутри. Должен быть способ проникнуть туда. Сейчас найдем. Я так, могу запрыгнуть на потолок, если нажать один. Если нажать один? Один чего? А это что? Если я буду удерживать клавишу 1, я смогу целиться при помощи своей паутины. А если прицел станет красным, мне надо нажать 2, чтобы забраться в это место. 1. Так. 1. А 2? Ага. А ему похуй, это L1, R1, вообще плевать. Сказал 1, ну и закончил дубляж на этом. Смотрите, ну где... Блять, управление не очень удобное, конечно. Ну а чего вы хотели? Это первый... Открывают двери. А этому чуваку надо дать пиздюлей. Раз, два, три, на. Ты чё? Отлично. Так. ХПшечку возьмем. А как открывать? Ага. Это раз. Один чувак. Это нам нужно. Два. Угу. Это для меня, видимо. И три. Братья бежит сюда. А я его могу притянуть, интересно? Вау! Это было какое-то быстрое убийство. Я не знал, что так можно. Да, короче, забудьте то, что я говорил, что я играл в эту игру. Походу, я ни хрена не знал. Почти полностью здоров я. Стопули, стопули, стопули. Не-не-не-не-не, ну зачем ты? Я почти полностью здоров. Помоги мне, Спайдермен! Помоги мне! Стробоскоп. А в смысле, их убить могут? Я не знал. Блять, с самого начала. Надеюсь, они не возражают, если от. Вау! Блять, да тут столько всего можно делать. Мужик, стой. Зачем ты подходишь? У тебя автомат. Ты, блядь, нормальный? У них есть заложник. Эй! Нужно сделать так, чтобы они не пострадали. Да я понял. Ты чек... Ёбана. Я, кстати, не знаю, почему он так мерцает. Что-то с эмулятором не так, наверное. Так, ну, блядь, что происходит? Надеюсь, я, походу, понял. Мне кажется, на легком уровне сложности они не убивают по натуре этих заложников. Я потому что никогда такого не видел.
ты шо, с ноги меня, блядь. Так, хорошо. Там еще один должен быть. У них есть заложники. Я должен сделать так, чтобы они не пострадали. Помоги мне, Спайдермен! Помоги мне! Да я иду. Стреляй в меня, сволочь. Еще один получил по заслугам. Похоже, из этой комнаты можно управлять дверьми. Но можно. Дверь заперта изнутри. Должен быть способ проникнуть туда. Найдем. Да, блин, без управления камерой это, конечно, жесть. Так высоко прыгать. Я в стуле застрял. Застрял в стуле. Я думал, все. Ну ладно, я тогда умер, и даже хорошо, потому что я потратил очень много кредитов. Ой, этих, паутинок. Опс. Похоже, эти выключ... Да, я знаю. Так, блять, а как поднимать? Как-то можно поднимать объекты, я из-за этого и обосрался сейчас. Ой, надо было, наверное, сначала другое. Блять. Ладно. Они не смогли войти. Интересненько. Так, это должно выпустить мужика. Да, отлично. Они же не столкнутся? Нет. А эта дверь закрыта. Ой, что? Ты увидел меня через зеркало? Как поднимать? Как-то же можно было поднимать, я помню. Как поднять? Стул! Блядь. Ну ладно. Да что ж ты застреваешь-то везде? Может попробовать на крестовине играть? Я играл всегда на крестовине раньше. Борьба инвалидов, блядь. Прикол. Так, а как мне этих-то? О, помоги мне, Спайдермен! Помоги мне! Я смог, смог! Ты уже почти полностью здоров. А, вот. Все-таки не все можно поднять. Давайте мы возьмем стол с собой. Или что это, кресло? Так, еще где-нибудь что-нибудь есть? Мне нужно где-нибудь что-нибудь, например... Например, паутина. Ладно, кресло тоже сойдет. Пойдем. Так шлепает. А. Блять, кресло мне. Блять. Спускай. Нахуй не нужно. Спускаемся. Я буду договаривать. Если он вдруг что-то не говорит, я буду говорить, и все будут рады. Жесткая игра, конечно, чекпоинтов тут нету. О! Твой дорогой город благодарит тебя, Спайдермен! Благодарит тебя! Эй! Тут у них, в отличие от обычной версии, именно цель... Убить зало... Нет, он сейчас убьет его! Да еба! Так, ну-ка... Пойдет. О нет, о нет, прошу вас, нет, нет! Спустись. Давай. А тот умер? Все, да, минус. Остался один. Пам-пам-пам. На-на, не трожь заложника, сука. Так, что у нас остается? Кресло. Возьмем его с собой. Кресло всегда пригодится. Так, а тут опять надо наверх. Так, а тут ни хрена. Да, блядь, опять кресло не могу взять. Так. Там нас уже ждет чувачок. Не возражаете, если я загляну? Да не, бро. А. Кажется, так легко получилось. На, блядь, ну вот ты заслуживаешь кресло. На, нахуй.
Что здесь происходит? Ничего. Я сейчас спрячусь за углом. Подожду, когда он придет. Он идет? Я не вижу. Нет, его нет. А где он? Чувак, новое модное кресло. Отдаю. Почти даром. Кто сказал, эй? Ты сказал? На тебе кресло. Так, сюда? Нет, не сюда. Вот сюда. Так, не будем трогать секьюрити. Еще заложники? И бомба? Надо быть очень осторожным. И не говори, блядь. Я не хочу начинать уровень сначала. Так, а что, а куда-то можно? Типа заползти? Не похоже. Так, ну-ка, Спайдермен. Так. Ха. Security Area 1. Давай откроем. Давай заканчивай с этим. Выстави таймер на бомбе и уничтожь всех заложников. Так, заложников уничтожать не будем, да? Да ебать! Вот суки. Так, все. С грабителями разобрались, но что делать с бомбой? Думай, Спайди, думай. Как мало времени дается, блядь. Я играл, наверное, ну, не на детском, но на среднем. Там что есть? Детский, легко, средний и сложный. Я, наверное, играл на среднем всегда. Да-да-да, металлодетектор. Я несу огромную бомбу вообще-то. И там дается секунд... Ой, минут 10, наверное. Большой сейв. Так. Да, это мы знаем. Что, куда? Давай ее туда. Отлично. А закрыть надо? Да, надо. Опа. Вот и все. Вот и все. Не сегодня, ребята. Фак. Так, да, сохранить. Да-да-да, так же, не надо. Кстати, я был неправ, да, там имя без точечек. Так. Против Скорпиона уже... Джона, я заснял грабителей. Паркер, заткнись и набери 911. Скорпион здесь. Ты должен... Вообще без палева. Позвонил Паркеру, прилетел паук. Так, а тут я что должен? О, Спайди! Скорпион направляется к старому Джону Джейсону из первого дня. Он обвиняет Джейсона в том, что из-за него он застрял в костюме Скорпиона. Спайди следует поспешить туда, или старый Джей Джей Джей... Непонятно, что с ним случится. Так, интересно, насколько быстро теперь шевелится Скорпион? Ой-ой-ой, ты чё? Интересно, сюда он попадет? Что я хотел сказать? Да, я вспомнил, мне кажется, где этот голос слышал. Это же, типа, озвучка оригинального Человека-паука 94-го года, мультика. Если я не ошибаюсь. Мази... Вау, тихо, тихо, ну, ну тихо! Ебать, они сносят. С дороги, Харган! У тебя заканчивается время! Я всегда думал, что мы на перегонки... На... Ебать ты живучий! Всегда думал, что мы на перегонки, блядь, со Скорпионом летим. А он на самом деле находится в том же кабинете, что мы и Джейсон. Джейсон, блядь. Джеймисон. И вот столько времени у него занимает до него добраться. Пока я полгорода, блядь, лечу. Блять, он приближается. Так, ну-ка, хватит. Насколько вы... Я тоже, блять, Спайди, очень на это надеюсь. Мне кажется, мы с тобой опаздываем. Очень мало, конечно, времени дают. Прям очень мало. О, Дейли Багл, я вижу. Нет, не стрелять. А мне же хпшку восстановят, да? А то сейчас будет драка с боссом. Ну ладно, тебя я могу побить. У меня есть время.
Кстати, вы когда-нибудь обращали внимание, что они похожи на Бараку из Mortal Kombat? Погнали. Отлично. Послушай, Горгон, сейчас уже новое Горгон. Тысячелетие, много разных технологических штучек. Я думаю, мы найдем способ вытащить тебя из этого костюма. Ты засунул меня в этот костюм, теперь ты заплатишь за это. Прекрати, Горгон! Ты разрушил мою жизнь, теперь я сделаю с твоей то же самое. Герои всегда появляются в последнюю секунду. Оставь его в покое, болван! Смойся, паути! Спайдермен, я вызвал полицию, я получил вот это? Всё? На тебе диван! Еще хочешь? Не бей меня, блядь! Бля! Ну все, Dark Souls начался! О! Блять, от него прыжками не увернуться. Уйди, отстань. Блять, я хотел в тебя швырнуть вообще-то. Блять. Где ты? Как мало сносится. Блять. Блять! Где ты? Ты? О, у меня еще много. Наверное, бить его вручную? А! Не лучшая идея. А что ты? Что ты будешь? Что он делает? Я, блять, вообще не знал, что он так может. Так, все, я понял. Я понял, что надо делать. Тактика трусливых уворотов. Не ломай, блядь, мебель. Да сука, ты тупой. Еще хочешь? Да. Надо еще. Где ты? Успею. О, у меня еще много. Да-да-да. Сейчас мы всю мебель похуярим, а потом уже будем. Да, в смысле ты через него, блядь, кидаешь? Где ты? Интересно, а если Джеймисону негде прятаться? На тебе ебать. Да не трожь. А стул не пострадал, да? Ни один стул, блядь, во время съемок не пострадал. Мне так нравится, насколько он нахуй просто меня игнорит. Так, где? Есть какая-нибудь ачивка за... У меня еще много. Нет, уже немного. Блядь. Почему ты трешься прямо рядом с ним? Еще хочешь? У меня остался последний шкаф. У меня еще много. О! Отлично, у нас еще много мебели. За это комик встают. Погоди, погоди, золото, блядь. Я все тебе отдам. А что, взял? Я ж не подобрал. Золото, блядь. От стеков. Так, принтер заказывал? По дешевке, на. Еще хочешь? Так, еще стеллаж. Успей. Успел. Так, ну-ка. Ну-ка, блядь, не бегом. Да что за хитбокс, блядь, такой? Самонаводящийся. На тебе ебать. На, сука. И уходим. Так. Давай. На, Горгон, блядь. На. Да, конечно, так гораздо быстрее, но я не хочу. Веселее же кидать в него мебель.
Так, ты же не ко мне? Бля, еще хочешь? Фу, успел. Так. Давай я тебя рабочим столом Джеймисона. На нахуй. Изи. Я не знаю, что ты хотел доказать, спасая мою жизнь. Но тебе это не поможет. Ого, ты слишком умен для меня, Джей Джей. Вот он! Этот человек в ответе за кражу прибора. Стреляйте в него, стреляйте! Джей Джей, ты совсем спятил. В этот раз я серьезно. Подожди, Спайдермен. Я не верю, что это ты совершил сегодня ограбление. Но я должен быть в этом уверен. Дэвил? У меня нет времени на объяснение. Просто поделись со мной своей версией. Я пойму, если ты мне врешь. А почему я должен верить, что ты настоящий? Что? Послушай, до сегодня Спайдермен похитил новое изобретение Октавиуса. Но не этот Спайдермен, не я. Кто-то меня подставил. Зачем? Я пока не знаю. Если меня поймают, может быть уже поздно. Тогда тебе лучше поторопиться. Полиция сидит у тебя на хвосте. Ты веришь мне? Мне не нужно верить тебе, я знаю, что ты не веришь. Но как? Давай скажем, что у тебя свои супервозможности, у меня свои. Я пущу слух, что ты невиновен, но это не поможет с полицией. Пущу слух. Если бы у меня были... Ого. О, блядь. Это будет клёвый уровень. На который мы посмотрим в следующем эпизоде. Какой-то длинный эпизод получился в этот раз. Ну ладно. Ничего, можно же иногда. В общем, ребятки, спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Увидимся совсем скоро в следующей серии Человека-паука. Пока. What's going on?